Это программа «Патруль». Мы рассказываем о происшествиях и ситуациях на дорогах города и округа. Всем здравствуйте. На дорогах округа за сутки произошло 20 ДТП. Так, 14 января в 8 утра на дороге из Нового Уренгоя в Ямбург большегруз МАЗ с полуприцепом не справился с управлением из-за погоды и съехал в кювет. Водителю оказали разовую медпомощь. Из-за метеоусловий произошла авария и на дороге Сургут-Салехард. Машина получила механические повреждения. О травмах водителя информации нет. 14 января ямальским пожарным 4 раза пришлось выезжать на вызовы. В Муравленко за 13 минут дотла сгорела авто. В Ноябрьске тоже загорелась машина. Огню хватило меньше 10 минут, чтобы уничтожить часть салона и двигательный отсек. А в Лабытнанге загорелся частный гараж. 18 пожарных за полчаса полностью ликвидировали возгорание. В селе Мужи в одном из гаражей сотрудникам МЧС пришлось тушить трактор. Усилиями 7 человек ущерб удалось ограничить только двигательным отсеком машины. В Ноябрьске перед судом предстанут владельцы нелегального казино. По данным Следственного комитета, осенью 2019 года в Ноябрьске азартный местный житель привлек троих знакомых, чтобы открыть подпольное казино с игровыми автоматами. Предприимчивые товарищи распределили роли и обязанности и арендовали помещение на территории промышленной зоны. Заведение с азартными играми работало круглосуточно. За все время с момента открытия и до мая 2020-го организаторы извлекли незаконно доход в сумме около 2 миллионов рублей. Дело направлено в суд. Новоуренгойцу грозит до 3 лет лишения свободы за синтетику. Наркомана в газовой столице поймала полиция во время новогодних праздников. При досмотре у него нашли сверток с порошком массой более полуграмма. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Мужчина признался, что купил его для личного потребления. В отношении него уже возбудили уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.